Привет, друзья, привет всем, добро пожаловать на канал. У микрофона вещает Хоттабыч, третий боевой рейтинг за Советский Союз. И я буквально недавно выкупил вот этот агрегат Ил-2-37 в интересном камуфляже, мне нравится. Тут два члена экипажа, Петрович и пилот. Вот кто из них кто, не знаю. А, вот он, да, вот. Вот он. Рома будет за пилота, а Алексей за наводчика, за Петровича. Продвигаюсь немножечко по боевому пропуску в сторону задрот марафона, выполняю задания, получаю призы. Ну и я надеюсь, вы тоже так же со мной вместе параллельно это делаете. Что ж, гвоздем программы хочу сделать этот самолет. Но, как показывает практика, не надо озвучивать свои планы перед началом видео, потому что может не получиться. Ну что, приступим? Конечно же, сразу взять самолет, ну, не получается, понятное дело. Хотя непонятное дело, какого хрена я не могу сразу самолет взять? Вот танк могу взять, самолет не могу. Пожалуйста, если кто знает, напишите в комментариях, с чем это может быть связано. Я, честно, теряюсь в догадках. Почему так? Карта московская, из московской компании. Давай. Вперед. Вперед, комсомольцы мои, комсомольцы. Ехать здесь не очень долго. Всего-то ничего. Куда я заехал, блин? Не туда я заехал. 120. 100 метров осталось. Ну, наверное, вот здесь и встанем. Припаркуемся. Хотя, наверное, нужно было за домик заехать. Нужно было за дом. Опа! Своя прилетела. Это я. Все путем. Ни черта не видно теперь из этого огня. Где там могут быть немцы прятаться? Где-то ж прячутся. Вон они. Вон они прячутся. Так, сюда иди. Как их там много-то, а? Бегут, а? Психологическая атака, что ли? Ух, прилетело. Опять не могу взять. Не выходит у меня, не выходит. Так, ну тогда и танк тоже не получается. Ну ладно. Кто-то поставил здесь точку. Какой молодец. Огородил ее. Блять, со всех сторон огородил. Как бы еще не запутаться в этой колючке. Да, много немцев тут полегло. Зараза какая, а? Сейчас я приду на точку. Погодите, пацаны. Опа! Ну это уже вражеский был. Ну,
Надо было смотреть в другую сторону. Опять не могу взять самолет. Кто-то летает. Кто-то... Не-не-нет, это далеко, это далеко. Это далеко. А это близко. Откуда враг пойдет? Отсюда. Берем инженера. Нужно построить точку нам. Мне. Сейчас все будет, пацаны. Сейчас все будет. Сейчас я построю. Подождите, секундочку. И вот это тоже сразу же. И это тоже. Блядь, немцы бегут уже. Сейчас, 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 сейчас. Ну где-то там они бежали, где-то там. Самолет отрабатывает по маркерам. Да что ж такое-то? Ха. Угу, понятно, я понял. Уходим отсюда. Свой летит. Ну давай, давай, давай. Да... Чё случилось-то? А чё случилось? Алло. Да, это фича игры такая. Называется... Называется баглистед. Черт возьми. Сижу тут с ботами. Нахер, блядь. Опять не могу взять самолет. Интересное видео получается про самолет. Просто познавательное. Никогда не нужно обещать заранее своим зрителям, что ты хочешь там снимать. Никогда. Ну ладно, тем не менее, мы-то продолжаем. Продолжаем держать оборону. Не очень удачно, правда, но ничего. Ничего. Сейчас все будет нормально. Сейчас, 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 сейчас. Где-то здесь были враги. Вот один. Один из них. Вот второй. Да где ж там свой? Блядь. Метко стреляет. Да. Сука, блядь. Пу-пу-пу-ру-пу-пу. Ну, этот бой, наверное, будет провальный. У меня такое чувство. Да что ты, блядь? Давай, 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 давай. Есть. Туда. Тут, блядь, со всех сторон обложили. Обложили со всех сторон. Сволочи.
Жесть. Мочим гадину. Ну что там у нас с лом? Ни хренулечки. Вот так вот. Не выходит каменный цветок. Хотел вот снять. Сколько раз я уже зарекался так вот не... Презентацию такую не делать. Мини-презентацию. Типа, буду снимать, вот сейчас будет бой, ага. Да ни хрена, блядь. Туда стрелять. Чё ты, блядь, ползёшь мне прям под линию огня? Попался, да. Далековато. Хо. Ой, блин. Ну вообще, атас. Нифига, это все это фигня. Надо сближаться. Наверное, нужно было. Нужно... Да... Береза русская. А, понял. Обошли полностью вообще. И бесповоротно. Все, точка моя. Бой там идет на точке. Да что ты? Вставай, беги. Вы тут что сидите? Сидят они тут, значит. Рано. Лежит там, глянь, его и не видать там вообще. Лежит, его там не видно. Присел он там. Короче, нифига, обманул я вас. Не будет видео ни про какой ил. Но я так чувствую просто. Мне так уже кажется, что нифига такого и не будет. Будет просто бой за советскую сторону. Да как так-то? Кто там, блядь, Кто там наседает? Никто там не наседает. Вам показалось? Куда бежишь? Куда ты бежишь, а? Наседает на точку, да? Да ни хрена у вас не выйдет. Мать, а. И никто-то по окопам-то не бегает. Погодите. За мной уже идут, кстати. Вот он. Это был он. Так с... Патронов почти не осталось у меня. Фу, блядь, напугал. Напугал ты меня. Товарищ,
Все, держи. Держи хилку. Сейчас тебя там убьют, я знаю. О-по-по-по-по-по-по! Я пойду пополнюсь. Я не могу здесь один держать оборону, да еще и без патронов. Мне нужно патронов взять. Ребята понастроили тут. Фортифик. Да где же они? А, все, вижу, вижу. Все. Можно дальше теперь воевать. Там такая нычка была хорошая. А вот теперь все отвоевался. Можно было бы видео про самолет. А, займусь. Так, ну что ж, продолжим. Продолжим. Сейчас я на своем транспорте личном выйду. Да давай, ехай, жлыга ты. Ленд-лизовская. Ой, далековато. Далековастенько. Стой. Все, понял. Понял, выходим отсюда. Не, вражина не пройдет. Нет, однозначно не пройдет. Ничто им не поможет. Абсолютно. Все в молоко ушло почти. Захват он начал, а? Да ты смотри. Ну, напишите мне про ботов. Давайте, напишите. Я все понимаю. Но тут я ж не буду подходить до каждого этого пикселя и спрашивать, ты бот или нет. Да мне пофиг. Да, я знаю, боты. Я ничего не говорю. Ну, просто есть такие комментаторы, что... Токсичные комментаторы. По крайней мере, раньше были у меня такие. Сейчас не знаю, вроде как приутихли. Или отписались, я не знаю. В общем, а вы, ребята, самые лучшие мои. Я вас всех обожаю. Мои подписчики, вас становится все больше и больше. Благодаря вам канал развивается. Вот. Из-за ваших комментариев, из-за ваших лайков. Тем не менее, с победой. С очередной победой. Пожалуйста, не очень многое. И не очень мало. Как вы могли заметить, в нижнем левом углу есть ссылочка, QR-код на телеграм-канал. А я с вами прощаюсь. Вы что-нибудь нажмите, подпишитесь, прокомментируйте. Всего хорошего. До свидания.